Всем привет, ребята, с вами Тук Тим. Сегодня у нас будет челлендж. Выполняем 100 заданий за 24 часа. Как это будет происходить? Мы говорим рандомную цифру нашему оператору, точнее число, и он говорит задание, которое мы должны выполнить. Давайте начнем с первого задания, и пусть это будет число 99. Водометр челлендж. Водометр. Типа, смотри, ты берешь бутылку воды и вот так, ну, типа, пьешь. Я понял. Пойдемте выполнять. Пойдем за бутылкой, что? Вот, ребята, у нас есть вода. Сейчас я буду ее пить, ну, примерно метр, поэтому челлендж так... Слушай, может, футболку хотя бы снимешь? Хотя, блин. Надеюсь, она не газированная. Нет. Пол-литра. Давай. Ну, на самом деле, даже подойди, там, слышу, мне будет сегодня без петлички. И вот, очень даже прикольно было бы, если было тепло. На самом деле, сейчас лето, и для лета относительно холодно, да. Немножечко ближе бутылку, левее, чтобы ты прям дочь, чтобы прям в рот попал. Хорош! Обоссался. Не, ну я попил, все. Тоже в принципе, да. Мага, выбирай. Ладно, я выбираю цифру 12. Встать в мостик. Встать в мостик? Прям на камнях или? Ну, да, как хочешь, можешь на резине, можешь на асфальте. Так ладно, я, пожалуй, на резину пойду. Депси. Давай еще раз крупноплану заснимал. Нормально, нормально. Давай еще раз крупноплану. Давай, Арен, выбирай. Моя очередь, я выбираю 77, пусть будет. И... Съесть листок. Листок? Да вообще, в смысле, листок, в смысле, А4? Дерево. Или... Дерево? Ну давай, ешь. Ты можешь пожевать 10 секунд и выплюнуть, кстати. Так, чтобы ни всяких, это, червячков тут не было, да. Давай, 10 секунд. Я его знаю, что даже. Тут нету воды больше. Промой немножко. Сколько пожевать? 10 секунд, секунд и выплевываешь. Да, 10 секунд и можно. Я недавно еще отравился шаурмой, ну да ладно. Без... Только попробуй... давай, прям жуй, не просто вот так делал, стоишь, а жуй. Попробуй, да. Лицо не корчить вообще никак. То есть, вот да мы... как ты что, нет, это не входит. Это не входит. Ну ладно, ты давай, 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 давай. Так, можно это его уже... немного помять, чтобы легче было? Только... Жуй! Ты не жуешь прям полностью, давай. Сейчас не буду расскажу. Целый листок, я просто его согнул. Секунды цельных было. Да, давай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Тоже моя... Выполнена. Да, выполнена. В очередь я выбираю 40. 40. 40, 40. Листай, подожди, полистаем. 40. Пройдись. Я не выбираю. Босиком по улице. По улице? Да нормально! Вообще кайф! Ну, босиком, типа, не в носках. Я понял, я понял. Вот тут вот, вот всю дорогу, начиная от мусорки, так вот туда-туда. Туда. А, я сейчас проверяю текстурку. Очень колет. Ай-ай-ай-ай. Не, ну, в принципе, терпимо. Даже кайфово. Снимай спереди, типа, снимай спереди. Даже иногда кайфово, знаете. Иду такой... Ну, это нормальное здание. Сейчас легко выпаду, до ворот дойду и нормально. Бегу быренько. Кстати, прошел только один человек. Он все в ворота ушел. Короче, там прошел только один человек, и он вообще не обратил на меня внимания. Поэтому он полноценный. Все, челлендж. Выполнил челлендж. Моя очередь выбирать. Два было? Да. Пусть будет 33. Давай. Пить чизбургер и дать прокофе. О, погнали вообще, изи. Дальше пошел покупать чизбургеры и отдавать прохожему. Добрый день, вот мы передачу снимаем. Хотите, вот мы вас угостим бургер вкусный? А какую передачу вы снимаете? Ну, Тук Тим называется вот. На этот канал. А я не современный человек. Ну, вот просто бургер дадим, покушайте. Да? Ну, спасибо. Не за что. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. До свидания.
от ребята. Yes. Ара наш покраснел. Думаю, средний, он такая передача, такой «Россия один». Следующее задание мое. Я говорю цифру. 20.9. Короче, я 21. Ага, рассмешить прохожего. Мага отправился искать человека, которого он сможет рассмешить. На самом деле было очень много неудачных попыток, но вдруг... Добрый день, здравствуйте. Мы снимаем передачу. Ну и надо рассмешить прохожего. Можно я вам рассказать анекдот? Ну так. Спасибо. Если я возьму свою голову и закопаю ее в землю, это будет означать, что планета Земля — это мой шлем? Однозначно. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам большое тоже. До свидания. Моя очередь. Пусть будет. Я не помню, что мы выбирали. Надеюсь, 66 не было. Не было. 66. Челлендж. Короче, в чем смысл? Смотрите, мага, мой оппонент, мой друг, в течение полчаса говорит мне ляг. Типа, я должен ложиться на спину, на живот. Ну, это уже без разницы. Мага, выбирай. Че? Выбирай. Я выбираю 69. Стрелять из водяного нерфа. Мы просто его обстреляем, сейчас пойдем за... Меня? Или я тебя? Давайте сейчас, пока мы будем идти за водяным нерфом, я попробую выполнить пока еще... Пока мы идем за водяным нерфом, ты прямо сейчас лягай. Минуту разве прошла? Нет. Так, мое задание следующее пусть будет 87. Или было? Придумать клички для друга. Так, ну это выбираю я маге, а мага мне, да? Стар, держи ром. И вот, и пусть будет моя, Майя пусть будет бунтарь. Светолог. А ты будешь блогер. Да ты долг тебе. Ты блогиатер, а не блогер. Так там блогиатер через П пишется. Чего? Ну типа блогер. Блогер. Моя учить опять выбирает. Точнее Магина. А, да, Махмуд. Так что ж, я выбираю 3,14. То есть 3. Ага. Тогда встань в планку. На сколько? Полминуты. Полминуты? Можешь 15 секунд сделать. Не, давай. 15 секунд по 2 подхода. Давай вот полминуты, вот просто и полминуты. Давай 20 секунд, один подход. Все, нормально. Ну, хорошо. Мага, можешь вставать в планку на 20 секунд. Кстати, Арен, у меня для тебя очень хорошее сообщение. Быстро. Снимай, как я. Давай вместе лежим. Давайте, мага, через 5 секунд. Ладно, уже. Нет, давай-ка я по-другому встану, тут люди попробуют. Эй, Гремич. Все, Арен полежал, получается. Через 2, 1, полетел. Все, 20 секунд засекаем. Раз. Я уже пошел 5 секунд. 6, 7, 8. 2 секунды. Мага, как раньше, не можешь что-то сказать? Держу. Все, можешь вставать. Четко. Хорошо. Ну, это было несложно. Так, давайте с заданиями сейчас немного повременим. Пойдем обстреляем магу, а потом уже будем продолжать. Все, ребята, нерф заряжен на полную. Так, ребята, только стойте. Прежде чем начать, давай. Пожалуйста, телефон заберите, а то все-таки... Начинаем. Давай, только не в лицо. Меры безопасности превыше всего. Ты можешь поворачиваться. Зачем ты в лицо у него стреляешь? Он спросил. Засни меня. Еще? Да все, блин. Все, хорошо. Хорош. Выполнено. Хорош. Все, я держу. Все, я держу. Сними его полностью. Чтоб мне на голову порвать. Давай, пиши. Кстати, ляга. Прям наш. Пистолетик мы конфискуем. О, дай-ка мне это. Все, я лег. Да. Все, давай, вставай. Давай, твоя очередь. Так, кто же у Рена будет? Там мало осталось, но на вторую часть хватит. Думаю, пусть будет 89. Ты должен простоять на мяче 7 секунд. Хорошо. У нас как раз есть мяч. Снимай. Не оценишь, чтобы было видно, что это сейчас. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Уже больше. 10. Полетел. Все. 10 секунд было. Так, очередь. Сейчас, ребята, время будет выбирать мага. Выбирай число. Я выбираю число. 90. 90. 90 и что-то. Это значит перепрыгнуть. Арен тебя перепрыгивает. То есть я должен лечь или сесть? Лечь, лечь. Давайте на. Я не приближаю. Солнце в глаза светит. Испугался? Немного, да, мне просто в глаза солнце светило, поэтому. Попрощаться с вами. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И, возможно, если вы так сделаете, да, мы, во-первых, мы снимем вторую часть. Потому что еще очень много заданий осталось. Во-вторых, если вы это сделаете, под подушкой вы найдете довольно-таки неплохой робот-пылесос. Он очень странной формы, но там будет торчать из серединки такая круглая штучка, чека называется. Вы его так вынимаете, и робот-пылесос уберет все, что очистит, находится вокруг, очистит, да. В диаметре 15 метров. Ну все, всем пока.